Всем доброго утра. 11 часов у нас, я уже в душ сходила, сейчас буду завтракать. Тут мальчики сами готовили завтрак без меня. У них тут вот такая вот яичница, омлет с сыром. Сейчас будем пробовать. Так, все, зубы почистила. После еды, не знаю как кто, я почему-то после завтрака все чищу, потому что потом со вкусом зубной пасты есть вообще неприятно. Вот сейчас идем уже собираться к маме на день рождения. Спали до 11, поэтому нужно быстренько. Мама приезжала, сказала, что в обед приезжать. В общем, какая-то такая фигня у меня получилась. Вытягивать иду волосы. Память на телефоне закончилась, так что я сейчас все скидываю сразу вот на эту флешку, а потом уже сажусь и в компьютер все скидываю. В общем, покажу сейчас, чем я пользуюсь. Вот такой вот биби, я его уже нанесла, пока скидывалась. Из туши вот это вот, но немножко кисточка меня не устраивает. И разделяю я вот этой все-таки Vivienne Sabo. То есть сначала крашу вот этой, потом разделяю вот этой вот. А, что еще? Тени для бровей заказывала от Faberlic. Они очень... Вот этот темный какой-то все-таки рыжий. То есть здесь три цвета. Самый светлый можно использовать как бы тени, ну, то есть все веко просто покрыть, чтобы был однородный цвет. Но вот эти два, они какие-то все-таки на бровях смотрятся рыжими, поэтому я ими не пользуюсь. А для бровей сейчас использую подсохшую подводку от Maybelline, коричневую. Не хочет она откручиваться. В общем, она подсохла, как подводка, ей уже пользоваться. Ну, естественно, можно было ее разбавить какими-то там каплями для глаз или еще чем-нибудь. Но она сейчас очень хорошо наносится на тени, и цвет у нее как раз вот такой вот коричневый, темный, как нужно. Пудра от Faberlic, которую я трудно не могла открыть. И именно кто-то из вас мне написал, что нужно вот здесь вот сбоку просто вот так нажать, и все, она открылась. То есть теперь мне очень нравится упаковка. Вот этот спонжик лежит внизу во втором отделении, но я его кладу в первое. Так что... Я, если честно, пыталась здесь ковырять, как обычно, но на самом деле все вот сбоку нажала, и все открылось. А, и это эйвонские румяна, которые блестючие. Но пока они. Вот, так что сейчас накрашусь, вытяну волосы и будем собираться до мамы. Так вот, что, в общем, у меня получается. Да, с вытянутыми, конечно, лучше, но волосы, блин, явно портятся. Все, мы собрались, дети оделись, сейчас пойдем папу звать. Он где-то там работает, все не собирался. Так, сегодня у нас вроде бы еще и молоко, так что сейчас вот помытую банку возьму. Ау, сейчас ничего тут не завалится. Так, вот такая вот сумка мы маме купили, дорожная. Здесь она на таких ножках. Ау, сейчас покажу. В общем, на ножках, на колесиках. Еще с какого-то тут боку ручка поднимается, чтобы ее катить. Вот этого получается, да? А вот. Она еще вот такая вот. Мне кажется, вообще такая здоровская и по расцветке очень красивая. Поэтому мамуля поедет с новой сумкой путешествовать в Сочи. Ну, в Аквалову, точнее, мы поедем с карате. Это Маргарита такой голос. Афонечка, разбываемся. О, вот там же. А что с твоим обедом таким прям скромным не выйдет? Отойдите. Я вам скажу. Это вам соль. Мам, где ты хоть скромный? Спасибо. Путешествуй, Машка. Мы хотели, чтобы... Спасибо. А вот я в Сочи поеду, и чемодан какой. Мы так и хотели, чтобы он в Сочи. Да? Ну, конечно. Там же ручка выдвигается. И колесики, как ты мечтала. Да. О. Бабуля, за границей. Пока! Пока! Все, а дедушка в сумке. Он залезет? Да. Ну, не знаю, по себе дерево окунул.
нужно залить. Ну, у вас маленькие легкие перенести на ногу. Да. Ой, бедненький. Ну, теперь это, а я вроде бы вот это вот тоже займолиться. Что тут за мальчик гуляет? А что там магазин у вас? Работает еще? Да, работает. Ты спишь, сына? Ты уже поспал? Вот мои туфлики. Это твои туфлики? Да, это мои. А я там мака это не. А я там. Домик до сих пор, наверное, не собрали, но мебель вообще клевая. Мебель классная, да, Зоя? Ага. Это ванна. Так, а же где тут магазин? Это касса, да? Ага. Только не кусай же. Это ж не по-настоящему. Груша, да? Ой, где тут груша? Ой. Надо ее взвешивать. Маргося! А где Маргарита? Позови Маргосю. Мама зовет, скажи. Мама зовет. Оп. Тебе не скучно. В телефоне было скучно в шортиках ходить, да? А Маргарита его развеселила. Тебе скучно? А ты повеси. Я кукла, мам. Нет. Нет, шорты не надо снимать. Да нет, мама, кукла. Не надо. Построила свое место. Она там оперила. Папа, подай. Ей. Подай. Марго, аккуратно. Подай. Что ты хочешь? Котлету? Она только шоколадку. Котлету поешь. Она только шоколадку съела. Ой, с Новым годом, с днем рождения. Ой, какая красота. Да, я пойду. Дальше, дай пойду. Итальянка какая. Да, красота, да. Итальянка, а ты что же любишь выпивать? Да что ты тогда за скорую руку быстрый торт? Прям красота, да? Красота, да? Конечно, Рожка. Вер, ты будешь или все убирать после тебя? Все. Так что ты хочешь? Ну подожди. А, тебе что? Еще что-то? Нет. Надо свечки задувать. Я свечки хочешь задувать? Да бабушке только 25, какие свечи, да. Вы что? Так, что ты вообще дала все? Восемь. А ты на карту, ты не да? Или с кому-то это копнули? Быстро ушел от сорок. Маргарит, что ты рисуешь? Красиво? Покажи, это девочка какая-то? С цветами, да? Она на полянке, да? Она что-то с рогами. Что с перчаточками? Зоечка, ты где взяла такие перчатки? Тетя Полина? Что к нам? Дед Мороз пришел? Новое счастье. Лежит, спит, наверное. Я каждый год как новый. Я не, а что, старая, что ли? Но тут там... Счастье уже. Не первой свежести, да? Иди на кухню сядь, Деда Мороза там скушай. Вот. Какая коса у девочек, ты видел? На заколочке. Вера, вы этого, до того времени... Давай я тебе помогу, мы собираемся в кино, да, сынок? Поедем на движение вверх. Посмотрелись рекламы, купили билеты. Хорошо. Подожди, за все. Если летая. А ну. Вовремя. А ну через 20. Да. Ага. Алло. Бабушки еще все звонят, да? Алло. Все поздравляют. Пошли. Yeah.
мы опять в СБС приехали. Так, все, мы пришли, ждем теперь родителей. Вернее, не родители, а маму со Степой. Пойдем в кино. Все? Ну что, приехали, хорошо, я не видел. Ты спал? Аленточка, это не съемная, да? Или мы елку в мае снимаем, а ленточки в декабре? Я здоровый. Миша, ты тоже? Давайте сфоткаемся, пап. Вот тут. А вот и это ж, мам, Красная площадь же, видишь? Собор Василия Блаженного. Вот же. Ау! Афоня с бабушкой. Афоня, ты с бабушкой? Привет. Давай. Что, тебе понравилось, Башка? Ой, очень хорошо. Да, хорошо. Тебе понравилось, Антош? Мне последнее понравилось больше всего, когда я фамилию... Когда что? Финал был? Три секунды, да, Сереж. Тебе все понравилось? Как сверкает, да? Мы уже дома. Пошли? Гриша собрался пить воду на улице. Ага, ой, какой Дедушка Мороз.